Список 200 лучших школ России опубликовало рейтинговое агентство «Эксперт.РА». В него вошли и чебоксарские учебные заведения. Составляли рейтинг для того, чтобы определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России, таких как МГУ имени Ломоносова, МФТИ, МИФИ и других. Специалисты учитывали результаты сразу двух приемных кампаний 2014 и 2015 годов. Как и в прошлом году, в топ-200 вошли две чебоксарские школы. Это лицей номер 3 и гимназия номер 5. Они заняли 55-е и 121-е места соответственно.